На сессии Рыбницкого горрайсовета обсудили бюджет, привели цифры, показатели. Так, в первом квартале этого года в городскую казну поступило около 56 миллионов рублей. Есть небольшое увеличение в связи со стабильной работой градообразующих предприятий, но обойтись без дотаций город пока не может. 39 миллионов – это собственные средства, остальные – это субсидии, соответственно, целевые программы дорожного фонда, экологии. Кроме этого, трансферты, полученные на выплату заработной платы в пределах 7 миллионов. На сессии также приняли госпрограмму исполнения наказов избирателей. Разработана она депутатами, каждым по своему округу. Программу рассмотрели вместе с предприятиями, которые будут выполнять работы.